Всем привет, я Ванечка Фотолюб, и я нашел вот такую замечательную голову. Нашел я ее, естественно, на мусорнике, возле мусорника. Когда взял ее, думал, что она каменная, но оказалось, что она легкая и, скорее всего, с какого-то дерева или чего-то прессованного, неважно. По-быстрому я ее отмыл, привел в такой более-менее нормальный вид, и как только я ее заприметил, я сразу понял, что хочу с ней сделать. А именно, хочу придать ей образ Пола Стэнли, кто не знает, это гитарист группы Kiss с соответствующим макияжем. Это видно было по обложке. Собственно, долго времени я не терял, достал остатки акрила. Естественно, я уже забыл, что у меня заканчивается белый акрил. И думаю, надо делать пока есть, а потом докуплю. Эта краска оказалась печальной, очень жидкая и так далее. Я сделал слоев 3 или может даже 4-5. И результат был очень плачевный. В общем-то, я докупил нормальный акрил, густой, хороший, и сделал основу. Кстати, вот видно дыхание автофокуса на моем любимом пока что Panasonic GX9. Это все от того, что я, естественно, не заморачивался с ручным автофокусом, просто включил этот режим. Это как P-режим, только для видео. Так что фотоаппарат сам решает, куда ему фокусироваться, и чаще всего все нормально. Пока что меня устраивает, потому что не так часто у меня появляется хорошее настроение, а потратить его еще на настройку не могу себе позволить. Поэтому не мучаемся, терпим. Казалось бы, что сложного нарисовать звезду на лице, но для людей с такими руками, как у меня, это тоже проблемы. Поэтому кое-как через импровизированный трафарет я нарисовал эту звезду. Да, звучит смешно, но не предрасположен я прям к этим художествам, но ничего. Вместе с белым акрилом стоило докупить еще и красный, как оказалось, потому что этот старый тоже не очень. Но уже я не буду ничего переделывать, просто набью сюда пару слоев, чтобы было немножко потемнее. И тоже видно, как все получается не идеально, не так, как мне хотелось бы. Проверил, как будет ложиться черный цвет на эту основу, снизу покрасил эту голову. Оказалось, все отлично, краска впитывается и ложится нормально. Я думал, может будет забиваться и выглядеть такими, как кубышками. Но нет, все хорошо, и поэтому я, естественно, для контраста закрасил все остальное черным. Смотрится шикарно на самом деле, с белым этим гримом. Но хотелось бы, чтобы все было поровнее, конечно. В конце концов, все выглядит вот так. Потратил я на это где-то с часик-полтора, что, собственно, отлично, я считаю. Да, я больше люблю фотографировать, мне нравится обрабатывать, нравится везде ездить, искать какие-то сюжеты, воплощать свои идеи в жизнь. Но, как оказалось, нужно отвлекаться от основного занятия, и тогда потом основное занятие идет намного интереснее, так сказать, продуктивнее. Поэтому вот, катаемся на велосипеде, кто хочет там в спортзал ходит, я не знаю. В общем, суть в том, чтобы найти какое-то себе дополнительное увлечение, как бы странно это ни звучало. Надеюсь, это не перерастет во что-то еще, не хватает дел и так. Пока так. Все, всем спасибо, ставьте что-нибудь, я пошел.